Всем привет! Сегодня поговорим о пакетной установке программ. Очень важную информацию прислал мой давний знакомый Андрей Овчаров из Украины. Значит, вот он сделал два скриптика на 32 бита и на 64-битные сборки. То есть вот, вы поставили себе свежий Linux Mint, запустили скрипт, и вот он как и пишет, и пошли пить кофе. А программа, значит, в сети будет устанавливаться. Значит, ну вот можете на экранчике там почитать. А я сейчас вам все это дело покажу на примере, как работают его скрипты. Для этого я на жестком диске выделил специальный раздел, поставил туда 32-битную сборку Linux Mint 18.3, 30, не сборку, а официальный дистрибутив. И вот на него мы будем, как говорится, сейчас пробовать и поставить все эти, значит, программы, которые входят в скрипты Андрея. Причем он сам написал, что, значит, содержимое можно изменить. Те программы, которые, допустим, вам не нужны, можно будет убрать из скрипта. Но в основном и целом все останется таким же. Итак, я, значит, сейчас просто-напросто перескакиваю на ...32-битный официальный дистрибутив. Андрею покажу сразу. Вот, посмотрите. Значит, у меня на кроке, значит, программы для Linux. Значит, я уже разместил пакетная сборка, поищем. Вот. Установка программ. Вот Андрей Овчаров. Вот его скриптик, его можно скачать, он абсолютно крошечный, там 2,6 мегабайта. Кто-то будет, если свои скрипты присылать, ну, буду помещать их сюда под вашим именем и фамилией. Вот практически и все. Значит, Андрея я знаю давно, очень такой тщательный человек. Уж если он прислал скрипты, то он перед этим... много раз их проверил. Ну что ж, давайте проверим, как они работают, а заодно вы познакомитесь с основами пакетной сборки, как запускать эти bash скрипты, и в то же время это вам сэкономит очень много сил и времени на установку там тех или иных программ, потому что это существенно сокращает ваше время. Итак, переходим на другой раздел жесткого диска. Итак, я перескочил на другой отдел жесткого диска. Вот видите, у меня установлена Linux Mint 18.3 Cinnamon 32-битная сборка. Значит, ну что, значит, вот Андрей, значит, предлагает скачать архив или с его кладовочки, но единственное, что я сделал, еще вот подставил свою кладовочку. Без разницы. Вариант Андрея. Вот, нажимаете на ссылочку. Пишет, что не удалось скачать, загрузить файл для предосмотра. Да и не нужно. Нажимаете скачать и скачиваете. Это один вариант. Второй вариант, вот у меня на кроке, на моем сайте. А сайт у меня дан под каждым моим видеороликом. Нажимаете на словечко «крок», попадаете на мою кладовочку. Там у меня много чего выложено. Идете в программы и ищете словечко «пакетная установка программ». Вот, «пакетная установка программ». Попадаете на Андрея Овчарова, нажимаете правой кнопкой мышки «Скачать», «Сохранить»,
Окей. И файлик будет скачан в папочку загрузок. Вот практически и все. Значит, поэтому, значит, вот я хочу еще раз повториться и сказать, что, Андрей, значит, ваша кладовочка здесь представлена, моя представлена, вишенки вы представлены, и, значит, практически, ну, где только мог, я вас, как говорится, упомянул, потому что дело вы сделали очень доброе и полезное. Ну, для новичков это может быть непонятно, но со временем поймут. А для пользователей, которые уже несколько раз ставили там самые различные линуксы, это окажется очень полезно, потому что скрипты эти работают на практически, насколько я могу сказать, на Минте, на Ubuntu и на Debian, это точно. Вот. Ну ладно, давайте посмотрим дальше, что и как, и с чем его едят. Значит, ну, вкладочки здесь я пока закрою. Здесь тоже. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. Загрузки. Вот, смотрите. Значит, правой кнопкой мышки распаковать сюда. Распаковали. Заходим. Вот, Install 32 и Install 64. То есть для 32-битных сборок и для 64-х. У нас сборка дистрибутив 32-битный. Значит, терминал. И пишем тут такое словечко. Sudo sh пробел. И теперь самым наглым образом берем и перетаскиваем все это вот сюда. Вот. Нажимаем Enter. Заводим парольчик. И, как говорится, пошла установка. Вперед и с песней. Засекайте время. Я тут вот специально сделаю для вас пометочку. Я свое время не толком не установил. Ну ладно, пусть будет это время 4.10. Какая разница, собственно говоря. 0.4.10. Ну и, как говорил Андрей, на полчасика идете и пьете кофе. Где-то через 2 минуты появляется сообщение у вас здесь вот. Значит, просто нажмите Enter. И все пойдет дальше опять нормально. Еще раз просит нажать Enter. Да ради бога. Через 9 минут появляется окошечко, которое сообщает, что установить или нет новый файлик для рабочего стола. Ну, нажмем Yes. А здесь я, значит, напишу 4.19. Здесь поменяем на девяточку. Напишем. Yes. О, написал тоже грамотей. Выскакивает табличка. Значит, с установкой программы Etcher, ну, я просто-напросто закрываю.
И дальше, значит, нажимаем опять-таки Enter. Зайдем в это окошечко, нажмем Enter. Ну, я тут допишу, они довольно-таки близко находятся друг с дружками. Тут напишем большой крестик, что мы закрыли программу Etcher. А здесь напишем Enter, что мы нажали Enter. То есть вот у вас все под глазами, на какой минуте вам стоит, как говорится, вернуться к процессу установки. А вот практически и все. 4.21 и все практически закончилось. 0.4.21. Весь процесс. Ну, как видите, процесс весь занял 21 минутку. Давайте посмотрим, что же у нас теперь здесь имеется. Значит, ну вот сразу появился Вайн. И, пожалуйста, значит, ну вот, установка удаления программ Вайн. Если там ничего не ставили, ну, ничего там и не будет. Ну, понятно, я пока отменю все это дело. Ничего не буду там пробовать. Аудио-видео. Значит, ну, Андрей любит Kazam. Программа для записи с экрана, так что у вас теперь их будет две. Kazam и Simple Screen Recorder. Я ее поставил. Поставил я еще вот Plank. Вот у меня здесь на нижней панельке. Дальше. Интернет. Ну, тут все нормально. Офис. Ну, давайте проверим офис. На русском он языке или нет. Ну вот я вам сразу могу сказать, что офис далеко, скажем так, не свежий. 5.1.62. Так, тут даже на веб-сайт не попасть. Ух ты, чудеса какие. А, вот веб-сайт есть, кнопочка. Ну, тут все понятно. Ладно. Офис здесь мы просто-напросто переставим. Ничего страшного нет. Пойдем дальше. Посмотрим, значит... Ну, программирование стандартное. Через 3 я ставил лично, значит, так, и Plank. Я поставил перед этим Simple Screen Recorder, программа для записи с экрана. Поставил Plank и поставил программу через 3. Вот три программы, при помощи которых, значит, я этот видеоролик делаю и просто показываю. Тут, значит, у Андрея очень-то довольно-таки... О, как хорошо. System Bug у него стоит. Ну, давайте мы его и глянем. User. Поставим ему единичку. Нажмем Enter. Значит, я вам хочу сказать. Так, вернемся назад. Вот, установки. Значит, создавать изообраз автоматически. И еще используйте компрессор, чтобы... изообразы, которые вы создаете, были еще более сжатыми. Дальше. Не добавляйте там лишние языки, там всю эту чепуху. Здесь буквально несколько слов по-английски. Любой нормальный человек это сделать в состоянии. Вот создать образ, скажем так, уже с установленными программами. Ну вот и пусть он себе их и создает. Вот, значит, ну, здесь я, значит, закрываю. Все понятно, что на установку там куча программ.
Ушло всего лишь 11 минут. Ну вот на второй минуте там надо было нажать Enter. И на девятой минуте там вот нажать Yes, потом закрыть программу Etcher и там в терминале нажать Enter. Вот и все. Пойдем дальше. Меня интересует, есть ли здесь еще виртуальная коробочка или нет. Ну-ка, давайте-ка глянем. Сидит голубушка. Ну вот мы сейчас ее вот на планке и закрепим. Закрепили. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас. О программе. Так. Ну, проверим на обновление. Установлено самое последнее. Посмотрим еще плагины. Плагины. А вот плагины-то как раз я, к сожалению, не вижу. Ну, что делать? В таких случаях, значит, нужно обычно идти на сайт, веб-страничка VirtualBox. Загрузки. Это установка. Вот. Значит, это практически расширение. Ну, давайте вот скачаем его сюда. Extension Pack. Вот он закачивается уже. Скоро закончится. Есть такое дело. Ну что. Пойдем сюда. Настройка. Плагины. Добавить. В загрузках. Вот он, голубчик, сидит. Установить. Ну, тут пробежимся вниз. Согласимся. Заведем пароль. И пусть он, этот плагин нам и поставит необходимый. Установлен. Вот, галочка есть. Теперь, значит, подготовим почву для проверки изообраза, который мы сделаем программой SystemBug. Вот таким вот образом. Напишем, допустим, тест. Ну, напишем 32, даже вот так. Здесь на Linux перейдем. Вперед. Добавим чуть-чуть побольше. Вот так где-то. Создать. Далее. 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 А здесь поднастроим. Значит, система. Процессор. Ну, у меня 4 процессора, я поставлю 2. Дальше здесь, вот наоборот, я сделаю где-нибудь под 80. Предел загрузки. Дисплей. Ну, где-нибудь вот так вот сделаю тоже на максимальных значениях. Ну, а когда изообраз будет создан, мы к нему подключим как носитель. Вот и все. А так, значит, сейчас просто-напросто ждем. Какие, значит, вот планы. Ну, первое. Скрипты, значит, Андрея Овчарова работают очень хорошо и очень быстро. Экономят вам массу и кучу времени. Значит, ну вот, например. А как же посмотреть тот или иной, допустим, скрипт. А вот в текстовом редакторе я хочу его открыть. Вот давайте его и посмотрим. Так, здесь будет не очень видно хорошо для всех. Давайте-ка попробуем открыть все это дело.
Вот. В LibreOffice. Тут есть возможность сделать все покрупнее. Так. Ну вот, вполне прилично. Вот посмотрите. Автоскрипта, значит, даны, значит, его координаты, электронная почта. Ну, Андрей пишет, что скрипт позволяет поставить, значит, программы там и перечисляет какие. Вот список этих программ. Godaddy, FBreader, Kazam, OpenShot, Audacious, Brazera, BleachBit. То есть вот все они, значит, здесь у него перечислены. Вот, и группа Customizer тут, ну масса он. TeamViewer у него стоит, виртуальная коробочка, Skype стоит. Skype, кстати, ну-ка давайте зайдем в интернет. Ну вот что-то Skype я здесь не увидел, а ну-ка. Не хочет. Ну ладно. Не столь важно. Значит, и тут идет, значит, описание, что в терминале, значит, надо завести вот команду sudo sh install 32sh, и все будет дальше идти нормально все. Вот таким вот образом. Значит, для людей, у которых, как говорится, понималка-то работает, значит, это очень большие возможности предоставляет, чтобы просто-напросто доустановить там программы, которых нет в этом списке, или просто-напросто убрать из списка те программы, которые вам не нужны. Вот практически и все. Я вот, допустим, почему-то, вот видите, вроде у TeamViewer у него стоит, иду в интернет, а нету его. Ну, попробуем завести вот так вот еще TeamViewer. Ой, где там он? Да просто заведу. TeamViewer, ну, не хочет искать. То есть, ну, не все, конечно, ставилось. То есть, на разных железе оно несколько все по-разному работает. Но те программы, которые поставились, они поставились практически без проблем. То есть это вам как бы как образец, на котором вы можете, как говорится, там тренироваться, ставить там свои самые различные списки программ. Ну, в любом случае, это вам существенно сократит время установки. Вот практически и все. Ну ладно, дождемся окончания создания изообраза и проверим его на виртуальной коробочке. Итак, создание образа закончилось. Ну что, пишет, что 1,88 гигабайта. Ну, я еще, как говорится, его сильно там не наполнял. Для меня важно просто проверить, будет образ грузиться на виртуалку или нет. То есть, как работает программа SystemBug. Ну, подключим носитель. Укажем, где он находится. Вот здесь. Окей. Ну, вперед из песни. Ну, нормальная менюшка на английском языке. Пошли дальше. Ну вот. Традиционная такая вот штучка. Не нашло, значит, программа SystemBug не нашла то, что нужно. Вот это один из вариантов, значит, по которым я рекомендую всем программу SystemBug ставить несколько другим образом. А вот теперь посмотрите как.
Значит, у меня вишенки. Давайте посмотрим. Установка программ. System bug. Так, ну, первым делом, значит, что? Надо удалить наш этот милый System bug, который у нас ни черта не работает. Делаем таким образом. Вот. Просто-напросто. Как говорится, не хочет работать, ну и не надо. Нажимаем единичку. Да, да, Enter. Вот пусть он все это дело и поубирает. Дальше почистим. Ну, а теперь поставим все это дело по рекомендациям, которые я вот уже опытным путем, как говорится, нашел. Вот таким образом. Первое. Вот. Ставится вот так. То есть сначала устанавливаем именно Live Boot. Живой загрузчик, скажем так. После живого загрузчика поставим репозиторий. Нажмем Enter. Затем обновим. Как видите, я просто-напросто выделяю, приношу курсор сюда и нажимаю на колесико мышки. Все, не надо копи, пейст, вот. Enter нажал. И с приветом, как говорится. Ну и уберем Каспер. Он нам здесь, как говорится, Enter не нужен. Вот пусть он его весь и уберет. Ну, в синаптике можем, конечно, еще раз перепроверить вот Каспер. Пойдем сюда. Наберем синаптик. Вот он. И я обычно его сразу помещаю вот здесь рядышком. Вот. Ну, единичку наберем парольчик. И посмотрим, что у нас тут с синаптиком, с Каспером творится. Вот делаем для полного удаления. То есть, видите, просто полностью удалить. Вот, применить. Вот теперь все. А теперь, опять-таки, наберем SIS. System bug закрепим на панельке Planck. Единичка. Enter. И вот вроде бы все то же самое, да? А вот посмотрите. Создать живой образ. Ну, сами понимаете, но этот никуда не годится. Я его просто-напросто убираю. Вот. Вот пусть он новый создает. И проверим новый образ. Но где System bug был поставлен, как говорится, вот по этим правилам. Плюс, значит, System bug, он будет работать вместе
с Linux Mint 18.3 до 2021 года. Так что тут особенно волноваться не надо. Времени, как говорится, масса в запасе. Ждем. Пока тут идет установка, я вот решил изменить положение панельки. Планк. Значит, как это дело делается? Или Ctrl, или Alt, и нажать или левую, или правую кнопку мышки. Ну, попробуем эти комбинации. Ctrl и правая кнопка мышки. Вот параметры. И я хочу поместить ее слева. Вот так вот я хочу. Но зато, значит, вот посмотрите, что я дальше сделаю. Так. Вот здесь у меня был где-то установочка была. Карадока. Вот оно. Вот такая простая команда. Никаких рекомендаций не надо, то он накидает вам кучу там ненужных еще и рабочих столов. Вот только вот чистая вот эта команда. Ставим пароль. Ага, пишет, пока не может, потому что SystemBug не дает. Ну ничего, вернемся немножко попозже. Итак, создание образа закончилось. Ну что, ну давайте проверим, как теперь он будет работать. Запустим виртуальную коробочку. Идем в настройки, подсоединим носитель. Пойдем вот сюда. Вот его подсоединим, новый образ. Посмотрим, будет у нас он сейчас работать или нет. Ну, тут понятно, нажимаем Enter. Для любителей русского языка, чтобы видеть менюшку SystemBug на русском языке, ну, я вам так скажу, гораздо проще запомнить там 5-10 английских слов или фраз, чем заниматься головной болью. Вот, ну, просто поверьте. Пытались много раз и на сборках 17.2 и 3 Андрей Овчаров очень такие делал хорошие файлики. Все работало, ну, на 18.3, ну просто вот, ну ни в какую, и все. Ну, давайте посмотрим. Как видите, образ-то грузится. То есть именно вот в таком вот порядке надо устанавливать SystemBug. И до 2021 года он будет, я так полагаю, совместно со сборками Linux Mint 18.3 спокойненько работать. Ну, вот таким вот образом. Вот, пожалуйста, образ загрузился. Что и требовалось доказать. Ну, ладно. Значит, я эту сборочку поднастрою. Единственное, вот тут у нас оставалось недоступно. Установка программы, стрелочка вверх, Enter. Поскольку мы SystemBug убрали, Enter. Поставим Cairadoc. По опыту скажу, что вот сколько я не работал на разных операционных системах, вот лично мне больше двух панелей никогда не требовалось. Но если есть там такие снобы, которым нужно там 3, 4 или 5 там различных дополнительных панелей, милости просим, на X-Face их масса, на Mate тоже. Делайте, как говорится, клепайте, как вам нравится.
А здесь вот я в менюшке сейчас Кайрадок запущу. Давайте посмотрим. Вот оно. Назначим Yes. Вот он здесь у меня будет представлен. Ну, единственное, что я делаю, я всегда, значит, ну, первое, вот это вот надоедливое сообщение справки, я его всегда убираю. Очень уж оно надоедает. И рабочие места я, значит, перемещаю на панель. И потихонечку тащу их вот куда-нибудь сюда. Вот. Все, 4 рабочих стола. А теперь дальше. Значит, ну вот, например, это вот, скажем так, будет у меня рабочая панель, где будут мои, скажем так, все самые необходимые служебные программы, там для работы с жестким диском и так далее. Ну, мне надо просто ее спрятать. Пожалуйста, нажмем Ctrl, правая кнопка мышки или Alt. Сейчас проверим. Ctrl, правая кнопка мышки, параметры, поведение, автоматическое скрытие. Все. Чтобы, как говорится, и место не занимало. Навел курсор. Вот все программы перед вами. То же самое можно сделать и с Кайрадоком. Вот. Настройка. Прятать панель, если она не требует. Ну, вот держать ее скрытой. Применить. Закрыть. Все. Перевели сюда курсор. Она появилась. Вот. Перевели сюда. Здесь появилось все. Ни места не занимает, ничего, как говорится, все нормально. Хорошо, как говорится, и приятно. Значит, что я сделаю? Я эту сборочку в школе, я ее, как говорится, тут поднастроил. 32-битную я ее окончательно выложу, скорее всего, в течение нескольких дней, значит, на облако, откуда вы ее можете скачать. Вот запомните только, что вызов панелек будет вот при наведении, чтобы вам максимально экономить рабочее место. Но если вы хотите, чтобы постоянно все это дело было видимо, тоже нет проблем. Дальше. Теперь я хочу посмотреть на Кайрадок. У меня в автозагрузке он поставлен или нет. Видите, нету, да? А вот, допустим, вот это вот приветствие я просто уберу. А вот добавить Кайрадок в автозагрузку, вот я добавлю, чтобы он в автозагрузке у меня, как говорится, присутствовал. Ну и прочие, скажем, там мелочи. Все это я сделаю, поднастрою. И в окончательном виде вы уже все это дело сможете скачать откуда? А вот отсюда. Зайдем ко мне на сайт, вот на Кроке. Надо отдать должное сотрудниками этого облака. С пониманием люди отнеслись, скажем так, к нуждам русскоязычных. И особенно меня там донимать не стали. За что им, ну, чисто по-человечески спасибо. Вот, пожалуйста, сборки. Вот Linux Mint. Значит, ну что? Цинамон 18.2, вот 18.3. Но вот здесь я сделаю отдельную папочку, значит, LMC 18.3, 60, 32 бита Рус Алексей. Вот и все.
И отсюда все это дело сможете скачать. Вот таким образом. А дальше. Для вечных плакальщиков, которым всего чего-то не хватает. Ну, давайте вот. Еще, значит, очень хорошую сборочку я сделал. MX 17 Linux. Вот специально. 32 бита. Вот для тех, у кого старые, совсем старые компьютеры, вот 32-битная сборка будет еще и здесь. Есть уже. Можете брать, качать ее и смотреть. Один рабочий стол. XFCE. Ну, там уж, извините меня, я тоже поднастроил так, что там всего и много, и хорошо, и добротно сделано. Здесь были изложены, вам теперь понятно. Вы знаете, что такое пакетная сборка, что такое Bash-скрипт, как он делается, как там можно добавить и что-нибудь свое. Тоже можете посмотреть там, зайдя в этот скрипт. Поработайте, как говорится, там ручками и головой. Вот. Андрею Овчарову огромнейшее спасибо, как автору создания этих скриптов, потому что он для вас сделал как бы образец. И при наличии, как говорится, рук и головы, у вас все должно получиться. Не получается, ну там не кричите, не рвите на себе волосы. Еще раз внимательно почитайте там, как что работает. Потому что оно, в принципе, все нормально работает. Вот. Ну. Итак, в окончательном виде настроенная сборочка Linux Mint Cinnamon 18.3 32-битная выглядит вот таким образом. Я сделал тут две панельки. Одна, значит, такая рабочая, служебная для, скажем так, лиц, у кого технические потребности повыше. А это такая вот ходовая для записи там программ, видеопроигрыватель, редактирование там видео, аудио там и так далее. Любую из панелек можно спрятать. Значит, вот, пожалуйста, идем сюда в настройки. Вот, всегда наверху. Держать скрытой. Применить. Закрыть. Все, панельки нет. Навели на нее курсор. Она появилась. То же самое можно сделать. Это Caradoc. С панелькой Planck. То же самое. Ctrl, правая кнопка мышки. Параметры. Поведение. Автоматическое скрытие. Вот у вас чистенький экран. Навели курсор, панелька появилась. Навели курсор сюда, появилась эта панелька. То есть поступайте так, как вам нравится. И последнее, сделаем проверочку на вшивость. Это значит, нет ли разрывов этим 18.3 Mint. Грешит, но я там вставил файлик один, прививочку сделал, ну, глянем, будут разрывы или нет. Ну, практически прививочка сработала, разрывов нет. Вот посмотрите, я специально записал часть видеороликов, видно, что не дергается ничего, все плавно, как говорится, движется и шевелится. Вот таким вот образом. Ну ладно. Значит, я считаю, что вот такую вот сборочка для тех, у кого старенькие компьютеры, 32-битные, ну, у которых там, по крайней мере, там полтора гигабайт оперативки есть, ну, это уже ничего. Посмотрите информацию, всегда можно вот здесь. Так, в системе. Ну вот, смотрите.
Cinnamon 32 бита. Значит, дальше. Что я могу порекомендовать? Ну, по крайней мере, желательно там одно или два ядрышка, чтобы были, там хотя бы на 1,5 гигагерца. Это будет достаточно. А так, на сборочке все работает, шевелится и, как говорится, движется. Ну, в школе я, так сказать, ее проверял, пакетную сборку на ней, ну, я ее и выложу. Так что теперь у всех будет возможность скачать 32-битные сборки на Linux Mint Cinnamon 18.3. Вот мы пойдем сюда сейчас. Перейдем на Крок. И вот в разделе, значит, сборки. Посмотрим, вот Linux Mint 18.3 Cinnamon. И вот здесь будет находиться этот файлик с 32-битной сборкой. Также еще могу всем для тестирования дать очень тоже хорошая штучка. Тут уже все готово. Вот. Значит, Linux MX-17. Вот 32-битная сборочка. Рабочий стол X-Face. Тоже очень такая хорошая штучка. И занимает места очень мало. Ну, 1,6 гигабайта. Хотя там тоже всего понаставлено, и все работает, и все движется, и все шевелится. Ну ладно, на этом я с вами прощаюсь. Значит, ну, хочу сказать всем владельцам компьютеров стареньких 32-битных, что больше практически я делать сборок никаких 32-битных не буду и не просите. А вам порекомендую откладывать деньги и покупать компьютеры, по крайней мере, 64-битные, потому что время, к сожалению, 32-битных компьютеров уже ушло. Ну ладно, всего доброго в наступающем новом году и до новых встреч.